Добро пожаловать в Хогвартс, дамы и господа, волшебники и ведьмы, маглы и домовые эльфы. Мы рады приветствовать вас в нашем волшебном новогоднем шоу. Сегодня вечером мы вместе отправимся в удивительное путешествие по коридорам нашего древнего замка, где каждая каменная стена таит свои тайны, каждая картина живет своей жизнью, а в воздухе витает магия. Добро пожаловать в мир, где магия – это реальность, а сказки становятся живыми. Добро пожаловать в мир, где волшебство не просто слово, но и образ жизни. Наслаждайтесь вечером, пусть он станет для вас незабываемым. С наступающим Новым годом, друзья! Пусть он принесет вам волшебство и радость. Итак, мы начинаем наше путешествие. Люмус Максима! Я не могу поверить, что уже скоро Новый год! Время летит так быстро! И спасая Хогвартс от темных сил. Ребята, а что вы будете делать на каникулы? Вот я собираюсь готовиться к экзаменам. Гермиона! Ау! Зачем ты еще время на каникулы готовишься к экзаменам? Каникулы придумали, чтобы отдыхать. Потому что, Рон, если ты не будешь учиться, то ты получишь такие же оценки, как ты в прошлом семестре. Эй, я уверен, что в следующем году у меня все будет хорошо. Ведь Новый год – это время для новых начинаний. Говоря о новых начинаниях, мистер Уизли, я надеюсь, что это касается и ваших оценок. Профессор МакГонагалл, я просто учу... Я посмотрела ваши последние результаты, и они оставляют желать лучшего. И я надеюсь, что в следующем году вы будете относиться к учебе с таким же вниманием, как и к праздничным угощениям. Ну вот, теперь придется все каникулы учиться. На-на-на-на-на! Сады и укротить тайфун. Все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Даром преподаватели время со мною тратили, даром со мною мучился самый вкусный маг. Хотел грозу,
Которая пригодится вам на всю жизнь. Тихо, 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 тихо.
знаменитые герои Хогвартса. Думали, вы можете остановить нас? Мы злые ведьмы, и мы решили, что Новый год больше никогда не наступит. Время нельзя похитить. Время идет своим чередом, несмотря на ваше колдовство. Нельзя? Мы заморозим время и ни единой секунды больше. Начнем наше заклятие. Конфриго! Дилектриус! Я думаю, вы совершили серьезную ошибку, оказавшись здесь, дамы. А вот и старая кошка пришла защищать своих котят. Я предупреждаю вас, Хогвартс под моей защитой, и я не позволю вам здесь разгуляться. О, как мы боимся! Давайте эти старушки покажут, что такое настоящая магия. Экспеллиармус! Профессору! Готовьтесь! Эссио! Ступим! Панкундус! Экспеллиармус! Все, чему нас учили в Хогвартсе. Профессор МакГонагалл, мы бы хотели вас поблагодарить за то, что спасли нас от тех злых ведьм. Гарри, Рон, Гермиона, это была моя обязанность. Хогвартс — это место для учебы и для безопасности для всех его учеников. И я не позволю, чтобы он был в опасности. Я помогу вам в вашем путешествии. Ура! Но ведьмы все равно украли время. Что нам теперь делать? Мистер Поттер, вы, наверное, забыли. У вас есть волшебный артефакт. Карта мародеров. Точно! Но на твоей карте мародеров ничего не видно. Все пропало. Ребята, вы что, забыли? Нам надо сказать волшебные слова. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Но на карте не видно Деда Мороза. Он же не Хогвартс. Нам надо произнести волшебные слова. Торжество нам отзовись, Дед Мороз нам покажись. Это запретный лес. Я знаю, что в запретном лесу живет добрая волшебница. И не просто волшебница. Она помогает всем лесным существам и дала убежище для свободных домовых эльфов. Я не знаю, Гарри, звучит как неплохой способ попасть в неприятности. Вот я согласна с Гарри. Это может быть опасно, но представьте, сколько мы могли бы узнать! Тогда решено. Мы найдем эту добрую волшебницу. Ладно, я с вами. Но если что, я сразу говорил, что это плохой план. И если честно, я немного боюсь. Ничего страшного. Мы попросим маленьких светлячков осветить наш путь.
для этого нужно взять волшебную палочку, ребята, поднять ее в воздух и сказать волшебное заклинание «Люмос». Давайте все вместе. И... «Люмос!» Свободен. Добби приветствует вас. Добби рад служить.
Смотрите, это же добрая фея! Вау, какая она красивая! Ауч! Добро пожаловать, юные волшебники! Я рада вас видеть в запретном лесу. Я фея времени, хранительница самого драгоценного измерения. И я знаю, зачем вы ко мне пришли. Ко мне прилетал Дед Мороз и о всем рассказал. Да, злые ведьмы украли время, и теперь, возможно, Новый год не наступит. Ведьмы смогли украсть время. Они украли его сущность, потому что люди перестали его ценить. Украли время? Но как это возможно? И что теперь будет? Мир теряет свои драгоценные моменты. Дни становятся короче, а воспоминания блекнут. Нам надо что-то сделать. Не можем позволить ведьмам управлять временем. Ребята, но прежде чем вы отправитесь в свое приключение, я должна убедиться в том, что вы достаточно мудры, чтобы справиться с предстоящими трудностями. Готовы ли вы отгадать мои загадки? Конечно, добрая волшебница, мы готовы ко всему. Да, ребята? Да! Отлично. Тогда вот моя первая загадка. Позабудьте про капризы, всем конфеты, всем сюрпризы. В Новый год не надо плакать, там под елкой старый лапоть. Кто под елкой лежит? Что лежит под елкой? Не слышу! Верно, молодцы. Вот вторая загадка. Кто помощник Дед Мороза? Кто с морковкой вместо носа? Кто весь белый, свежий и чистый? Кто сделан из снега? У кого морковка вместо носа? Кто? Ну, умные вы странники. Но смотри, последняя моя загадка, самая сложная. К нам приехал Дед Мороз, внучку юную привез. Ждите, ждут ее подарка. Это девочка, русалка? Как зовут внучку Деда Мороза?
Снегурочка, точно. Снегурочка, молодцы. Какие же вы молодцы. Теперь я вижу, какие вы умные и мудрые. Вам предстоит путешествие. Вы должны найти самого могущественного волшебника в новогоднее время, Деда Мороза. Но самая главная ваша задача – это подарить новогоднее настроение всем, кого встретите в своем пути. Ребят, мы сможем сделать это вместе? Ребят, вы нам поможете? Молодцы, молодцы. Идите, ребята, и помните, что ваша дружба – ваше лучшее оружие. Время ждет своих героев. Да-да-да. Мы тебе шлем зов чудесный, но мы на земле не поем. Ведь дам тебе один лишь только час, чтоб найти, что скажешь. Чужеземцы, кто вы такие? Простите, мы ищем Деда Мороза. Вы не видели его? Видели, но мы не в настроении разговаривать с вами, потому что скоро Новый год, а в морском царстве никогда этого праздника не было. Ребята, давайте тогда поделимся новогодним настроением с русалками. Давайте им споем и станцуем. Вы готовы? Ты море не волнуйся, на нас ты полюбуйся, на нас ты полюбуйся. Танцуем и смеемся, друг другу улыбнемся, друг другу улыбнемся. Море волнуйся, море волнуйся, два.
кто такие? Что вы здесь делаете? Кто вас пустил? Это же Министерство магии. Уважаемый, достопочтенный, неповторимый, самый могущественный министр магии. Злые ведьмы украли время, и теперь мы хотим найти Деда Мороза. Помогите нам. Нам вообще не до Нового года. Кто такой Дед Мороз? А вы разве не знаете, кто такой Дед Мороз? Вы разве не празднуете Новый год? Новый год — это время волшебства и исполнения желаний. Нам вообще не до этих глупостей. Волшебство — это вам не хихоньки и хахоньки. Ребята, давайте тогда напомним взрослым волшебникам, как нужно веселиться. Давайте вспомним игру, в которую все-все-все играли в детстве. Называется «Лепим ком большой». Я вспомнил. Снег руками нагребаем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагребаем, лепим, лепим ком другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим бровки и длиннющий нос морковкой. Ребята, вставайте со своих мест! Снег руками нагребаем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагребаем, лепим, лепим ком другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим бровки и длиннющую морковку. Быстрее! Снег руками нагребаем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагребаем, лепим, лепим ком другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим бровки и длиннющую морковку. А еще быстрее! Снег руками нагребаем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагребаем, лепим, лепим ком другой. Руки, ноги, чтобы бегал по дороге. Глазки, пробки и длиннющую морковку. Повторяйте с нами. Снег руками нагребаем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагребаем, лепим, лепим ком другой. Руки, ноги, чтобы бегал по дороге. Глазки, пробки и морковку. А еще быстрее можем? Снег руками нагребаем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагребаем, лепим, лепим ком другой. Руки, ноги. Глазки, бровки и морковку. А еще? Снег руками нагребаем, лепим ком большой. Помогай, и помогай, еще помогай, раз нагребаем, лепим, лепим ком другой. Руки, ноги по дороге. Глазки, бровки и морковку. Ай, молодцы! Да вы крутые! Вспомнил, вспомнил свое детство. Как надо веселиться, правда же? Я вам помогу, и я хочу это сделать. У нас есть портал на Северный полюс. И он вас быстро довезет. Портал сюда. Не бойтесь, идите ко мне. Взяли. Держим, держим, опускаем и... Хоп! Ребята,
Согласно карте, Дед Мороз живет где-то здесь, в Северном полюсе. Но ведь эта карта вообще не волшебная. Она даже не меняет своего масштаба. Мне всего лишь холодно. Надеюсь, Дед Мороз нам предложит горячий шоколад. Ребята, эти снеговики живые! Живые! Я зима.
Здравствуйте, ребята! Как вас занесло к нам? Злые ведьмы украли время. Новый год может наступить. Мы ищем помощи. Вот неприятность. Время – это же так важно. Особенно в Новый год. Ребята, а давайте все вместе позовем Деда Мороза. Давайте все хором громко. Раз, два, три. Дед Мороз! И еще раз. Дед Мороз! И еще раз давайте. Дед Мороз! Эгэгэгэй! Слышу, слышу вас, ребятки! Ох, какие маленькие снежинки! Здравствуйте, ребята! Что-то тихо вы со мной здороваетесь, не уважаете Дедушку Мороза? Ну-ка еще раз, здравствуйте! О, другое дело. О, Рон, Гермиона, Гарри, а вы что тут делаете? Мы ищем помощи, злые ведьмы украли время. Новый год может не наступить. Как? Новый год может не наступить? Ведьмы украли время. А что же делать? Мы надеемся на вашу мудрость и силу, чтобы вернуть время обратно. Ребята, это, конечно, проблема крепкая-крепкая. Но я думаю, что ваша самая главная сила в дружбе и единстве. Правда, ребята? Вот и хорошо. Молодцы. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Помогите нам найти ведьм, чтобы вернуть время! Дед Мороз! Давайте еще раз позовем Деда Мороза! 3, 4! Дед Мороз! Дед Мороз, помогите нам найти так, ведьм! Извините, пожалуйста, я снежиночек у наших уводил. Так, а кто же сможет решить нашу проблему, ребята? Кто же сможет? Так, о, у меня есть идея. Есть добрые волшебники, которые борются со злом. Это мракоборцы! Идите сюда! Мракоборцы, эти добрые ребята... Сказали мне, что злые ведьмы украли время. Нужно срочно их найти. Хорошо, вперед, ребята.
Пустите этих злых ведьм! Где же эти проказницы спрятались? Ребята, помогите! Где же эти проказницы спрятались? Ребята, помогите мракоборцам! Ребята, найти помогите, ведьм! Покажите, где эти ведьмы спрятались! Нашли, не нашли? Ох, вот они где! Вот они где, проказницы! А вторая где? Иди, иди сюда, не бойся. Что за это проказницы здесь? Время хотели украсть. Так делать нельзя. Дедушка Мороз, ну ты так простодушен. Ведь мы заморозили время, чтобы вечно царила зима. Ну как же, если не будет времени, не будет Нового года, правильно, ребята? Ведь время — это не только мгновение, это память прошлого, живые моменты настоящего и наши будущее. Слова, слова, Дедушка Мороз. Мы видим мир иначе, но ты не можешь нас остановить. Так, ребята, ведьмы никак не успокаиваются. Вы мне, мне нужна очень сильно ваша помощь, ребята. Вы мне поможете? Помощники, несите снежки сюда. Вот сейчас мы этих ведьм-то покидаем. Кидаем, кидаем, давайте, 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 вперед! Кидайте в этих злых ведьм, пускай они поиграют в снежки. Ну все, ребята, спасибо большое, что помогли Дедушке Морозу. Спасибо большое, что нам помогли. Спасибо, мои хорошие. Ну что, теперь понятно вам, что детей обманывать нельзя. Нельзя красть время, девочки мои. Нельзя красть время, мои ведьмочки. Нельзя. Хорошо, Дедушка Мороз. Мы вернем украденное время. Но это не значит, что мы будем добрыми феями, правда, правда? Конечно же! А я и не надеялся на это. Ведь Новый год — это праздник абсолютно для всех, ребята! Снежинки в ладонях, а жаль.
Давайте похлопаем нашим маленьким снежиночкам. Громче, ребята! Так, ну что, ведьмы, вы теперь не будете больше красть время? Ведьмочки мои хорошие, пожалуйста, у меня есть к вам одна очень-очень важная просьба. Не могли бы вы мне помочь увести подарки 31 декабря для всех ребят? Они согласны, ребята! Теперь это добрые волшебницы! Похлопайте им! Ну что ж, ребята, а теперь нам нужно вернуться обратно в Хогвартс. И для этого нужно сказать волшебное заклинание. Раз, два, три, в Хогвартс нас верни. Готовы? Да. Три, четыре. Раз, два, три, в Хогвартс нас верни. Чтобы отметить уходящий год, но и силу дружбы, которая помогает нам преодолеть все наши препятствия. С Новым годом, друзья! А что так недружно, ребята? Ну-ка еще раз. С Новым годом! Молодцы! Поехали! Вместе с нами, ребята! Новым годом!
свидания, ребята! До свидания! Еще раз всем! С Новым годом!